я хочу пригласить на сцену замечательного автора сайта хохоподром.ру Сергея Сероухова. Он раньше жил в городе Ташкенте, но наконец-то он переехал в нашу столицу. Любитель гор, вчера узбек, поэт и иммигрант, а нынче русский человек покажет свой талант. За понаехавших таких я поднял две руки. Сережа, прочитай нам стих. Настучить, встать и жги. Сергей Серов. Добрый вечер. Все. Отставить смех, серьезную поэзию. Поскольку Новый год уже скоро вот-вот наступит, поэтому открытие, здесь не видно еще действительно. Открытое письмо Санта-Клаусу называется стихотворение. Яростный противник пошлых кляус, настрочу в открытую донос. Здравствуйте, товарищ Санта-Клаус, европейский Дедушка Мороз. За окном метелит злая вьюга, завалило снегом все село, и мое послание до Устюга, вероятно, просто не дошло. Я просил-то, в принципе, немного, только жду уже который год проложить до города дорогу, чтобы смог проехать вездеход. 40 верст достаточно далеко до ближайшей газовой трубы. Нету электрического тока, только вон отдельные столбы. В магазинах пусто на прилавках, оттого и голодно зело. Летом приезжала автолавка, привезла кувалду и весло. Со времен диктатора Батисты, что творил ужасные дела, нас не посещают интуристы, мрут, не доезжая до села. Сами мы невиданной сноровки в плане недовыпаса коров, только вот в загранкомандировке ездим до соседних хуторов. Несмотря на эти катаклизмы, все полнее наши закрома. Каждый поголовно от отчизны, без мозгов, простите, без ума. Потому расхлябанность и хаос никому не ставится в вину. Дорогой товарищ Санта-Клаус, подари мне новую страну. Это вот для тебя называется стихотворение, но одно из моих самых любимых. Для тебя, моя родная, я на все готов. Хочешь, я насочиняю тысячу стихов. Мир под радугу раскрашу, сам помою пол, отыщу святую чашу, победю в футбол, уничтожу Мону Лизу лезвием ножа, отменю всемирный кризис, сяду на ежа, с неба звездочку достану, выпью цианид, я таким прилежным стану, что тебя стошнит. Сильным буду, словно Тайсон, выучу ушу, только ты не возвращайся, я тебя прошу. Вот начинаются вот новогодние праздники, скоро у всех будут корпоративы, так, с 15 чисел где-то. Это стихотворение не очень новое, я бы даже сказал, очень старое. Вот оно называется «Новогодний корпоратив». Каждый год одно и то же, опостылевший кабак, те же речи, те же рожи, брюки, галстук и пиджак, примитивные шарады, плохо взбитое суфле, шеф, танцующий ламбаду, секретаршей на столе, неуклюжие попытки вдоль карьеры на коне, изобилие напитков компенсирует вполне. Неизменные кайфуем с миллионом алых роз, флирт посредством поцелуя обязательно в засос, в шпротах пепел и окурки, декламация на бис, приставание к снегурке и намеки на стриптиз, пьяный вальс в четыре шага под гармошкины меха, обсуждение Леди Гага и реформы ЖКХ, ощущение борделя, доброй воли супротив, новогодняя неделя, рядовой корпоратив. Вот. Теперь такое весенне-летнее. Это стихотворение тоже старенькое, оно называется «Пасторали». Чуть издали кукушка и зеленью лужок. Куда спешишь, пастушка? Кому несешь горшок? С травы сбивая росы, далеко держишь путь. Колышет ветер косы и обнажает грудь. Глаза застила светом, блаженство пелена. И талия при этом, и бедра, и спина. Смутясь, одернет платье неловкая рука. Несу горшочек, тяте, парного молока. Отсюда путь короче, где барская земля. Отец с утра до ночи возделывал поля. Пускай еще не лето, но в принципе тепло. Взгляни-ка на эстета, когда не западло. Пусть вспыхнут берестою и прогорят дотла моральные устои российского села. Тоскливо с позаранку держать в узде коня. Отдайся мне, селянка, утешь собой меня. Ах, сударь, что вы,
Да как же я могу, ведь я же не корова, вот так вот на лугу. И как же вам не стыдно, видать, попутал бес, нас отовсюду видно, пошли хотя бы в лес. И мы помчались в чащу под шепот облаков, на солнышке палящем скисало молоко. Божественно красивым был тел сплетенных пир. Примерно так в России придумали кефир. Это тоже серьезное такое. Новый год по старинке называется. Семейный праздник, поэтому такой. Отметим праздник по старинке, пускай затраты велики, подарки куплены на рынке и расфасованы в мешки. Готова елка к облачению, блестящий праздничный наряд, гирлянды, тусклое свечение, салатов, стройный цветоряд. Под ритм дешевенькой гитары, в сопровождении трубы, кого поздравят с легким паром, кого с иронией судьбы. Блюдя торжественность момента и новогодний протокол, услышим звук из президента и с чистой совестью за стол, где звон бокалов с полусладким, из года в год, десятки лет, тебе шампунь и шоколадка, мне шоколадка и жилет. Перенасытившись весельем и сбросив шелк своих одежд, я поведу тебя к постели в плену несбыточных надежд. И прозвучат, как подзатыльник, сакраментальные слова. Поставь салаты в холодильник, прости, устала голова. Гневное, обличительное стихотворение очень нравится моей жене, потому что она все время почему-то говорит, что я его про сына сочинил. Так оно и есть, в принципе. Не то, что нынешнее племя без идеалов и святых, нам комсомолили на теле и пионерили под дых. Мы собирали помидоры, картошку, хлопок, чайный лист. На выстрел крейсера «Аврора» молился каждый атеист. Учились мужеству, отваге, бескрайней родины сыны. И были мы не на бумаге, почти этнически равны. А у детей из жопы руки, и почерк мелкий и кривой. Сидят ночами на Фейсбуке, забыли думать головой. Задашь вопрос, и тут же гугл, всезнайство, кладезь и кремень. Запаутинил старый угол, пылится кожаный ремень. Едва ли я сгущаю краски, и в гневе я не одинок. Прошу простить, зависла Аська. Одну минуточку. Сынок. Стихотворение мне тоже нравится, вот я его вам и почитаю. Хотя многим мне нравится почему-то. Оно называется «Все при делах». На тракторе пашет колхозник суровый, пожарный огонь заливает водой. Доярка за вымя тягает корову, чем дольше тягает, тем выше надой. Учитель всю ночь проверяет тетрадки, траншею копает мужик-землекоп. Турист разжигает костер у палатки, старушка на даче сажает укроп. Следит орнитолог за птичьей стаей, сантехник меняет сломавшийся душ. Найти бы кого-то, кто пересчитает количество мной околоченных круж. Есть у меня еще? Есть у меня еще время, да, пока немножечко? Есть. Букет. Это ко дню Святого Валентина, вот такой. На день Святого Валентина я подарю тебе цветы. Пахал неделю, как скотина, чтобы порадовалась ты. Что-то подождите, кто-то мне тут подредактировал. Жена. Пускай они согреют руку, душевным хоку отбасё. По $10 за штуку я уплатил за все про все. Хоть сам букет немного весит, прижав его к своей груди, помножь количество на 10 и на рубли переведи. Решив несложную задачу к исходу завтрашнего дня, поймешь сама, как много значишь ты в этой жизни для меня. Вот следующее, оно немножко хулиганское, оно тоже посвящено Дню Святого Валентина. Сегодня день Святого Валентина, подарка нет. Сослаться на склероз, на пару дней скукоженная мина, ведро соплей и два горючих слез. Горящий план, рутина одолела, ремонт, планерка, 6 рабочих дней. Купить конфет – копеечное дело, вот не забыть, оно куда сложней. Как оправдать забывчивость такую и обойти судьбы круговорот? Приму-ка душ, а там и обмозгую, а вот идея в голову придет. Шумит вода, скользит кусочек мыла, мочалка трет, а пена щиплет глаз. Ведь она ни разу не забыла, я сплоховал уже в который раз. Закончив мыть лицо и причиндала, подтянут, свеж, как ландыш от росы, явил себя, в дверях жена стояла, а я как раз желал найти трусы. Моя краса супругу ослепила, еще бы нет, краса-то, будь здоров. Ты не забыл, родной, как это мило,
Но дальше все практически без слов. Я дам совет по-дружески бесплатно, и воцарятся радость и покой, чтоб избежать в супружестве разлада. Всегда красу держите под рукой. Это не совсем стихотворение, это песенка, но она как будто спеть-то я не умею, поэтому я ее прочитаю как стихотворение. Называется «Китайский Новый год». Год кошки ли, год мышки ли, вдруг лошадь или конь, такого мы не слышали в России испокон. У нас животных водится голов по более 100, у них там безработица, а значит нищета. Устроен по Конфуцию их кодекс правовой, а сами в проституции погрязли с головой. У них там уголовники, то инь сопрут, то янь, подкуплены чиновники, народ сплошная пьянь. Еще у них инфляция и цены на жилье, негоже нам равняться-то на ихнее зверье. У нас свои условия, особый русский дух, у всех одноголовые, у нас не меньше двух. Забыли, видно, сволочи, имперского орла, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Наверное, буду заканчивать. Хорошо? Уже, да? Или как? Начинать? Блин. Ну, хорошо. Поезд на Миннесоту. Стихотворение дурацкое абсолютно. Что в Когалым, что в Миннесоту, Париж, Шанхай, Караганда. Перемещению в самолетах предпочитаю поезда. Под стук колес, сравнимый с песней, и под принятие на грудь в купе гораздо интересней, хотя и медленнее чуть. В тиши вагона ресторана, на ноль умножив массу тел, лечить последствия нирваны, для кто не понял, опохмел. Глядеть в потрепанные лица, играть на спичке в дурака, и звать все время проводницу в тупом желании кипятка. На откидном в проходе стуле, где рукоять, пониз гордин, зажать соседку, ну а хули, когда тем более один. А у нее и муж, и чадо, и ненавистная свекровь, забыты все, поскольку надо, поскольку чувство и любовь. И неминуема разлука, что оба знаем наперед. Любовь, она такая штука, особо ежели припрет. Под скрип рессор, глухие стоны, немногосложные слова. Такое может быть в вагонах, а в самолете хрена с два. В окошке, в окне равнинные болота, чужие глазу города. Однако жаль, что в Миннесоту у нас не ходят поезда. Теперь я точно буду заканчивать, подошло стихотворение, которое я как раз хотел закончить. Спасибо, что время дали. Только не видно ни черта. Посвящение подъемному крану, я бы сказал, кода. На стройках текущего века практически в каждой из стран работает друг человека, подъемный строительный кран. Он пашет с утра и до ночи, вздымая бетонную кладь. Физически слабый рабочий не в силах такое поднять. Натянуты в струнку канаты под мощью стального крюка. Рабочий конючит зарплату, а кран не конючил пока. Задаром железный потрачит, катается взад и вперед. С рабочим немного иначе, он курит, а главное пьет. На смену заправленный пивом, с утра перегаром дыша, тем самым струю негатива вливает в процесс монтажа. До сих не замечено в кране, чтоб тот обращался к друзьям при помощи матерной брани и тяги к кулачным боям. Нелепо, загадочно, странно, откуда эстетство его? Лишился он матери рано, не помнит отца своего. Суровый юдоли избранник, он с детства стремился к труду, когда еще маленький краник из кубиков клал ерунду. И выросший мальчик Сережа, рифмуя глаголы в тетрадь, такого порою наложит, что стыдно ей-богу читать. Спасибо большое.